Новым мусорным контейнером, новую специальную технику для обслуживания. Недавно в Заречный прибыл универсальный мусоровоз, предназначенный для работы с контейнерами любого типа. Новенький КАМАЗ оборудован по последнему слову техники. Импортная система подъема и прессовки отходов. Специальные крепежи, рычаги. Управлять механизмом сбора мусора можно дистанционно, с помощью пульта. Одним словом, все сделано для того, чтобы огромный мусоровоз было легко и удобно эксплуатировать. Вот мы подъехали, вот сейчас контейнер. Рычаги управления гидравлические с левой стороны. Я, например, вот не вижу. Приходится работать пультом с этой стороны. Все и видно, и удобно, и на расстоянии. В принципе, вещь хорошая. Машина уже насыщена электроникой. Вся. Очень хорошая машина. Мне нравится. Первый рабочий рейс нового спецавтомобиля затянулся. Быстро выгружать мусор из контейнеров пока не получается. Но специалисты уверены, что эти трудности временны. Сегодняшний пример, он не показательный, потому что сегодня, можно сказать, практически это первый день, когда начинают. Еще и у водителя недостаточно опыта, и у обслуживающего персонала. Все это придет со временем. Новая мусорная машина предназначена для обслуживания евроконтейнеров и контейнеров заглубленного типа в рамках реализации программы по селективному методу сбора отходов. В разные дни недели мусоровоз будет опустошать емкости с разным типом отходов. Автотрансом будет разработан график освобождения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. После того, как будут освобождены контейнеры с твердыми бытовыми отходами, скажем, на следующий день или по мере накопления, будут освобождаться, опять-таки, по утвержденному графику другие контейнеры – стекло, пластик. Специалисты управления природными ресурсами уверены, что одного современного мусоровоза на целый город должно хватить, даже с учетом того, что контейнерных площадок станет еще больше. Светлана Демина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».